О взрывах в Мачулищах стало известно из белорусских соцсетей практически сразу же. Через несколько часов о причастности к диверсии белорусских партизан сообщил руководитель проекта «Байпол» Александр Азаров. В российских пабликах активно обсуждают вариант с украинскими БПЛА, атаковавшими главный самолет российской авиации на белорусском аэродроме. Что же произошло в 12 километрах от Минска, разбираемся в этом видео. Ровно 3 недели назад на шабаше у Соловьева бурно обсуждался как раз самолет А-50. Нет, мол, ни круче, ни мощнее. Каждый раз, когда самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 выполняет задачи по ведению воздушной разведки, то всегда на украинской стороне начинают очень сильно волноваться. Этот А-50 Россия перебазировала на аэродром в Беларуси в начале января, и вроде он успел совершить 12 вылетов. Вот Соловьев и хвастался, как удачно напугали им украинцев. Теперь, похоже, поводов для хвастовства стало меньше. Понять, правда, насколько серьезные повреждения получил самолет, который считался одним из главных на вооружении военно-космических сил России, пока невозможно. Москва и Минск вторые сутки ситуацию не комментируют. Лукашенко, хотя и собрал в срочном порядке всех своих силовиков, но говорил о каких-то глобальных мировых угрозах на границе с Беларусью. А вот что осталось от гордости российской авиации, так и не уточнил. В принципе, понятно почему. В ньому, по-перше, пошкоджена ця радіолокаційна система, яка є, це радіолокаційна система там радянська, шмель, але поліпшена, яка, в принципі, є основою роботи цього літака. Була наявна інформація про те, що пошкоджена сильно авіоніка та органи управління даного літака. І таким пошкоджений таким чином, що він виведений повністю з бойового стану. Военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 разработан был еще в Советском Союзе. В 2012 году россияне его сильно модернизировали, естественно, при помощи американских технологий. Изначально планировалось с такими характеристиками собрать 3 самолета плюс 6 самолетов А-50У. Сколько в итоге из-за наложенных на Россию санкций получилось, военная тайна. Но один из этих самолетов как раз находился в Мачулищах. Это, по сути, не только огромный летающий радар, но еще и наводчик. Він дозволяє коригувати при наведенні на ціль, на цілевказування російських сучасних крилатих ракет, це ракети типу Х-101 або Х-555, і в тому числі їх сучасні гіперзвукові ракети типу «Кінжал». Саме тому цей літак підіймався в парі з Мігом-31К, який є носієм гіперзвукової ракети «Кінжал», і допомагав йому більш точно наводитися на ціль, паралельно вивчаючи наш повітряний простір. Пока эксперты мониторят спутниковые снимки, чтобы получить более достоверную информацию о характере повреждений самолета А-50, в Беларуси начались тотальные проверки. Утром воскресенья, когда начались тотальные проверки на дорогах в Минске и вокруг аэропорта Мачулище, также есть свидетельство об усилении контроля на границах Беларуси. Люди, которые покидают страну, выезжают, даже если это какие-то служебные командировки или поездки на покупки или к родственникам, они проверяются тщательному контролю. Такого мы не фиксировали уже долгие месяцы. Это значит, что действительно силовики воспринимают серьезно. Также белорусские оппозиционные каналы сообщают, что силовики начали отрабатывать социальные сети, чтобы выявить тех, кто комментирует события на аэродроме Мачулище в негативном ключе. Если невозможно укусить непосредственных исполнителей того, что произошло в аэропорту Мачулище, ну, спецслужбы кидают свою агрессию на всех, кто так или иначе высказывается в отношении подобных событий. Это уже, к сожалению, устоявшаяся практика. После 2020 года принято много статей, которые там любое действие, любой комментарий могут связать с поддержкой экстремистской или террористической деятельности. Если говорить о потерях российской армии именно в авиации, то до сих пор речь шла в основном о вертолетах Ми-35 и самолетах К-52. Их прямо на фронте научились сбивать украинской противотанковой ракетой «Стугна». Но самые большие потери были по штурмовикам Су-25.
За наявною в мене інформацією, на сьогоднішній день штурмовиків Су-25 виведено з бойового стану більш 35% від тих і в загальної кількості, яка знаходилась в російської армії на початок повномасштабного вторгнення рік тому. Це 70 бортів з 200. При цьому, що з цих 200, які в них були, це 30 бортів це були навчальні, плюс дослідні. Вопрос о том, кто организовал диверсию на белорусском военном аэродроме, отданному под полный контроль Москве, пока остается открытым. Но если вся информация о выведении из строя самолета А-50 подтвердится, то это станет самой большой потерей для российской авиации, сопоставимой с уничтожением крейсера «Москва» для военно-морского флота Федерации. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.